Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим наше путешествие по Солнечной системе. Мы с вами вчера поговорили о Солнце и знаем, что Солнце – это звезда, которая располагается в центре нашей Солнечной системы. Первая планета, которая располагается ближе всего к Солнцу – это Меркурий. Меркурий, посмотрите на него. Какой он? Меркурий – это самая маленькая планета в нашей Солнечной системе. Также она располагается ближе всего к Солнцу. А Меркурию присущ пустынный ландшафт, усеянный кратерами. Он чем-то напоминает нашу Луну, которая, кстати, не сильно уступает ему размерами. У него практически нет атмосферы, поэтому у него нет магнита, который бы удерживал тепло Солнца. На одной стороне планеты, которая повернута к Солнцу, температура может подниматься до 430 градусов по Цельсию. Другая же сторона, которая скрыта от Солнца, на ней очень сильно холодно, и ее температура опускается до минус 170 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что это первая планета от Солнца, посмотрите, вот он, Меркурий, первая планета, которая располагается ближе всего к Солнцу, она не является самой горячей. Самая горячая планета в Солнечной системе – это Венера. Вот она. Там температура воздуха может подниматься до 460 градусов по Цельсию. На этой планете очень низкая гравитация, на Меркурии очень низкая гравитация. Она равна всего 38% от гравитации Земли. То есть человек, который весит 60 килограмм на Земле, на Меркурии будет иметь массу тела всего 22 килограмма. Вот какая интересная планета. На одной ее половине очень жарко, на другой очень холодно. Сегодня мы с вами сделаем Меркурий из кусочка пластилина. Для этого нам понадобится пластилин коричневый. Мы уже знаем, что все планеты у нас круглые. И поэтому нам нужно сделать шар. Вот такой шар у меня получился. Я вам сказала, что Меркурий усеян кратерами, которые появились после падения метеоритов. Одни кратеры большие, другие маленькие. Поэтому мы будем делать кратеры. Как мы это будем делать? Берем карандаш и вот таким образом делаем маленькие кратеры. А большие кратеры можно делать с помощью фломастера. Посмотрите, какая интересная планета у меня получилась. Вот такой вот Меркурий у меня получился. До свидания, до новых встреч. И завтра мы познакомимся с вами с новой планетой и сделаем ее. Спасибо за внимание.